Зимний сад – одна из ярких экологических достопримечательностей города над Бугом. Сегодня он радушно примет у себя детей и взрослых, причем не только увлеченных биологов, но и простых обывателей, которые с удовольствием рассматривают тропические растения, знакомятся с красочными попугаями ару и золотыми рыбками. Экспозиция нашего сада состоит из трех отделов. Делинка условная – это экспозиция растений тропического пояса, субтропического и пустыня, вот, где представлены растения, характерные для этих зон. Зимний сад очень популярен в нашем городе. Вот, к нам приходят и школьники, у которых каникулы, к нам приходят и для проведения учебных занятий. Вот, а также наши жители города Бреста стараются обязательно посетить зимний сад со своими гостями, которые приезжают не только, с территории Беларуси, но также приезжают и из России, приезжают из других стран ближнего, дальнего зарубежья. На обозрение зимний сад предлагает три зала – экспозиция растений пустыни, а также тропиков и субтропиков. Уникальные экземпляры флоры вместе с креативным ландшафтом создают настоящую сказку. Здесь можно погрузиться в атмосферу умиротворения и спокойствия, подумать о жизни и даже получить творческое вдохновение. Поэтому и посетителей у зимнего сада всегда много, причем не только белорусов. Среди гостей есть и представители стран постсоветского пространства, и даже Австралии и Бразилии. Кто-то здесь впервые, а некоторые регулярно навещают эту экологическую достопримечательность и постоянно отслеживают происходящие здесь изменения. Очень понравилось, мне вообще первый раз, ну, не в самом Бресте вообще. Понравилось? Да, очень необычные растения, все так интересно. Думаю, мы еще сюда придем. Красота, можно сказать так. Регулярно ходим. Вот сейчас на каникулы собрались, пришли. Дети сами проявили инициативу, они захотели прийти сюда. Сотрудники зимнего сада трудятся для того, чтобы дарить брещанам и гостям города над Бугом радость от общения с природой других континентов. Как великий художник, она умеет достигать великих эффектов. В ком-то открывает настоящего биолога, кому-то помогает найти себя, а для кого-то дарит смысл жизни. Двери этого замечательного островка мечты и красоты открыты для всех желающих.